Всех приветствую на своем канале. Вот сейчас показываю дисковку. Ну, практически комков дерна нету, вот попадает вот такое. Так вот получается. Не знаю, камера передаст. Сейчас скажу. Так он их не опускает. Он их не опускает. Ну, практически уже все разбило. Я думаю, что сеялка и сеялка прикатает, и сзади еще при это прикатаем. Подождем несколько дней, пока обсохнет это. Ну, вот такие попадаются. Ну, что делать? Это сейчас у нас получается так, два раза по диагонали и один раз так. Это четвертый след получается. Ну, сыровато. Не соглашусь, что весной как бы более тяжко весь этот процесс происходит. Ну, а что делать? Сеять надо, ждать еще сезон. Смысла не вижу. Сейчас этот участок закончу, еще один покажу. Покажу второй участок, как советовали. То есть сперва что-то он совсем мало. Берет на плавающий не этот. Ну что делаешь то? А он поперек межи не берет. То есть, где межа попадает, его поднимает, так-то они все берут. Да, следующий участок, говорю, что этот, попробуем, как нам советовали, сперва дернину разрезать дисками, а потом это все дело вспахать. Но опять же, я повторюсь и говорил про это, что я так пробовал, и вот этот вот резанный дерн, он забивает плуг, и ничего хорошего с этого не получается. Так что как-то вот так. Вот так вот более-менее. Так вот, разбито.
что у тебя передние диски не лезут? Солярку так и не поправил, да? Ну да, что, давай. Бочка последняя, да? Некогда нам. Не лезут. Вон они у тебя на весу. Да? Ну закончишь, да вывернешь. Да? Ладно. Сейчас не для видео будет это политинформация. Объяснение смысла и порядка работы в поле. Также прохождение техники безопасности вилами по горбу.